Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Я вас очень-очень рада видеть. И сегодня у нас будет интересное с вами, надеюсь, для вас видео. По крайней мере, для меня это был интересный эксперимент. Я сразу забегаю вперед. Я понимаю, что, скорее всего, я просто сейчас не смотрю практически сама YouTube, как бы это странно ни звучало. Но я понимаю, что, скорее всего, это была такая массовая какая-то рассылка. И подобные видео вы увидите у многих. Но... тем не менее, для меня это был интересный эксперимент, и давайте я вам расскажу по порядку. Не так давно видео с распаковкой, недели, наверное, две назад, или сколько прошло, уже точно не помню, я вам показывала различные средства и сказала, что а кое-что мне выслали на обзор, что у меня вот так вот запаковано, и это такое тестирование вслепую, то есть я заранее не знаю, что это за средство, была договоренность с компанией, какой-то компании, то есть представителем, я так понимаю, где мне сказали, что мы вам вышлем две коробочки. Одна коробочка у вас будет со средствами, просто нужно было выбрать, какой продукт я хочу, крем это будет, средство для умывания, маска, сыворотка, и, в общем-то, нужно было просто сказать, что именно меня интересует. Я сказала, что ночной крем и сыворотка. И вот в таком вот запакованном виде пришли два эти средства. И во второй коробочке, мне сказали, что вторую коробочку я могу распаковать, либо уже, когда буду показывать видео, там будет внутри конверт. Ну, собственно говоря, я не знала, что именно там. И сегодня мы с вами распакуем, посмотрим. Мне самой очень любопытно и интересно. Но... с чего мы начнем? Начнем с того, что я протестировала два данных средства. Первое средство, и да, кстати, я еще не сказала, что договоренность была такая, что если мне эти средства нравятся, то я сниму видео все вот эти упаковочки, и мы с вами посмотрим уже, что за бренд. Если мне не нравится, то, собственно говоря, просто не будет выхода этого видео. Но давайте начнем вот с этой сыворотки. Во-первых, мне понравилась сама по себе упаковка. Конечно, до конца я ее оценить не могу в плане того, как она выглядит, но тем не менее, плюс-минус мне понятно. Сыворотка. Здесь большой объем, не знаю какой точный, но, наверное, 30-50, скорее всего, даже. Здесь довольно-таки удобный дозатор. Само средство это, по сути, вот такое вот молочко, которое немножечко, видите, оно так растекается. Очень приятной текстуры, когда я его наношу на лицо. Во-первых, для меня приятный аромат. Может не понравиться тем, кто не любит какие-либо запахи в косметике, но мне очень даже понравился. Он моментально, кстати, не выветривается. И когда наносишь на лицо, получается, что такая вот водянистая сыворотка. Такое ощущение, что здесь есть немножко какие-то... масла, по крайней мере, мне так именно по нанесению кажется. И буквально минуток, ну через 2-3 минуты эта сыворотка хорошо впитывается. Я так понимаю, что у нас каким-то лифтинг-эффектом, потому что было ощущение, что немножечко кожа, знаете, так подтягивается. Вот у меня это ощущение идет, когда у меня вот так вот к ушам будто бы подтягивается кожа. Конечно, очень странное ощущение, но тем не менее. И кожа вот после этой сыворотки... честно сказать, я не всегда наносила даже крем, потому что мне более чем достаточно было увлажнения и даже питания. И я думаю, что я после того, как вот я сейчас протестировала, я уберу в холодильник эти средства и оставлю до осени, зимы. Ну, потому что в холодное время это будет прям то, что мне нужно. То есть не остается никакой маски абсолютно на коже, не чувствуется. Но вот эта вот напитанность потрясающая. И, как я сказала, аромат чувствуется. Упаковка, кстати, это такой пластик, я бы сказала, наверное, даже, ну, судя по всему, недорогой пластик. Я не знаю, сколько стоит эта косметика, но она была заявлена как авторская и косметика премиум-класса. В общем, скорее хочется уже распаковать вторую коробочку, которая у меня здесь лежит, где мы посмотрим, что это, как это. Дальше, крем. Я не знаю, здесь что, 100 миллилитров, я как-то не очень умею определять, сколько уж. Но, опять-таки, такая же упаковка, розово-белая получается она, сам крем. Помпы, кстати, очень удобные. Вот таким вот образом выглядит этот крем, и он довольно-таки, ну, я бы сказала, что у него немножко муссовая консистенция, и... тот же самый, что и у сыворотки. Для меня явный аромат, но уже не аромат, как будто бы
Это виноград в перемешку с чем-то. Крем очень хорошо тоже впитывается буквально через несколько минут. То есть я наношу, я сначала чувствую его, но буквально парочку минут, и затем такое потрясающее именно питание я ощущаю. И кожа, вот как вы можете видеть, насколько сразу так рука начинает блестеть, сиять. Вот то же самое происходит с кожей, как будто бы изнутри появляется такое сияние, очень-очень приятный, действительно, мне прям понравился, и аналогично то же самое, что я сказала про сыворотку, я хотела бы это средство отложить в холодильнике, оставить до холодного времени, потому что, мне кажется, именно в более прохладное время, осенью, зимой, это будет работать на моей личной коже, у меня комбинированная кожа, потрясающе. Вот я сейчас трогаю руку, и мне хочется прям гладить. То же самое с лицом, кожа становится бархатистая, такая напитанная, красивая, упругая. Я не знаю, давайте скорее будем с вами сдирать все. Сейчас не знаю, насколько легко это получится. И будем бегом-бегом открывать с вами вторую коробочку. Вот это тут все заклеено. Я так понимаю, что это читается MVY, ну, наверное, MV. Сейчас обязательно тоже загуглю, посмотрю. Это я сыворотку распаковала. Надеюсь, что вам видна упаковочка. И, ну, соответственно, это тоже Эмви. Давайте сниму, посмотрим, как уже с крема. И сколько здесь, кстати, 30 миллилитров сыворотка. Ну, значит, судя по упаковке, хотя мне казалось, что здесь все 100, в креме получается будет 50. Вот это они запаковали, не хотели, чтобы мы действительно что-то увидели или знали. Ох. Так, скорее давай крем. По-моему, я его не смогу, они упаковали это так, чтобы мне не стало известно никогда, что это такое. Я готова уже вцепиться зубами, но, наверное, это будет не очень прилично, но что делать? Нет, не получается. Ладно, тогда мы приступим сейчас с вами для начала к распаковке, я не знаю, интересно. Это нормально, что я не могу, или может быть мне теперь так это и оставить, что я не могу это распаковать? И такая 10 минут на камере. Попытка распаковки. Нет, не могу. Давайте с вами распакуем, наконец-таки, другую коробчонку. Я сейчас ее разрежу, где ножнички. И посмотрим, так, что у нас. Ага, я вижу здесь вот что. Здесь есть такой конвертик. Книжечка, во-первых, самой фирмы Envy. Да, это авторская лаборатория, совместившая в себе современные производственные технологии, уникальные разработки в сфере косметологии и глубокую философию натуральности и заботы. И я сейчас хочу, поставлю на паузу, я хочу загуглить, я хочу найти их сайт, посмотреть вообще, что у них есть. О, кстати, здесь в книжечке расписано, что у них, собственно говоря, вообще собой представляет эта косметика, какие ингредиенты, стволовые клетки, пептиды. Ух ты, матриксил, пептиды, это очень красный виноград. Не зря мне чувствовался, по-видимому, аромат. Я так понимаю, что это натуральная, помимо того, что, как было заявлено, что это авторская косметика, это еще и натуральные составы. А, кстати, вот получается, что конвертики. Так. Здорово, очень классно. Вот эти два продукта, почему они были запакованы, то есть чтобы так не заклеивать, как мне, это подарочки для вас от фирмы Envy. И давайте с вами придумаем, кто у нас выиграет и какие будут условия, то есть по какому принципу. Что здесь? Здесь тоник, освежающий тоник 200 мл с вашего
разрешение я просто открою, покажу. Ух ты, тоже здорово выглядит. Вот такой тоник. Я не буду, конечно, открывать, нюхать и так далее. Я просто хотела показать упаковки. А это Cleansing Gel. Ну, это гель для умывания, я так понимаю. Да, гель для умывания. Тоже открою, покажу вам просто... Ух ты, он там такой густой. Слушайте, а мне нравится очень упаковочка. Очень так по-девчачьи, миленько, на мой взгляд. Классно, почему это нельзя оставить себе? Но я буду рада за тех, кто это выиграет. Я сейчас буквально через секунду к вам вернусь. Я хочу посмотреть все же, что собой представляют эти средства и на их состав. Слушайте, ну у меня разве что вся семья не принимала участие в том, чтобы наконец-таки увидеть, как выглядит упаковочка. Но единственное, здесь немножко заклеилось полное описание. Я загуглила, у них есть официальный сайт, у них есть Инстаграм. Все ссылочки я оставлю для вас в инфобоксе. Я зашла на официальный сайт, действительно, ну, как бы впечатляет состав. Вот я, например, посмотрела сам серум, и получается 30 мл на данный момент по скидке стоит 2380 рублей. Состав фланоиды цветов персика и красного винограда, красный виноград, стволовые клетки эдельвейса альпийского, пептиды матриксил, пептиды ржи, овса, пшеницы, масло виноградной косточки, масло миндальное, витамины F и E, низкомолекулярная гиалуроновая кислота, экстракт розмарина. Ну, действительно, просто все бело-прозрачно. Я вам вставлю, возможно, здесь тоже описание. Может быть, в принципе, на сайт вы можете зайти и посмотреть, и составы, и все очень хорошо расписано. Для чего это? Она восстанавливает упругость кожи, сыворотка, интенсивно разглаживает морщины и улучшает цвет лица. Девчонки, ну за то время, что я использую, я вам еще не видя, что это и какого предназначения данная сыворотка, я вам сказала, что мне кажется, что я чувствую, как вот кожа подтягивается. Ночной крем. Что касается ночного крема, здесь 50 мл, и стоит он 3060 рублей сейчас по акции. И он у нас активный комплекс. Масло виноградной косточки, масло ши, индийского шафрана, сои, вечерние примулы, витамины Е, Ф, фланоиды цветов персика и красного винограда, пептиды овса, ржи. Ну, в общем, похожие составы, конечно. И я посмотрела в книжечке уже тоже, кто, думаю, кто же вообще, что это за такой бренд. И, честно, я была приятно удивлена, когда я увидела, что... Если посмотреть историю бренда, то создатель, женщина наша, россиянка Мария Воскресенская. Очень, кстати, красивая, обаятельная, милая девушка, я бы даже сказала. И это действительно авторская косметика с хорошими составами, которые меня впечатлили. Я так понимаю, что, наверное, просто они хотят ворваться на российский рынок с помощью, возможно, и блогеров нас. Но, возвращаясь к самому главному, давайте я тут подумала, как же нам с вами разыграть вообще, что сделать в конкурсе. Здесь, получается, будет от фирмы для вас два подарочка, которые я с удовольствием благодаря им разыграю. Нужно, давайте условия придумаем. Ну, во-первых, быть подписанным на мой канал. Подпишитесь на Инстаграм. В ссылочке я оставлю фирмы Envy. Я очень надеюсь, что я правильно произношу название фирмы. И напишите в комментариях, посмотрев сайт, загляните на их также сайт, я тоже оставлю ссылку, напишите, что вам понравилось в этом бренде, что вас действительно привлекает. Может быть, упаковки, может быть, составы, может быть, еще что-то вообще. То есть, чем, возможно, вам близка эта косметика и почему вам хотелось бы попробовать их уход, средства для умывания, тоник, почему именно вы должны, так скажем, выиграть. И давайте с вами, наверное, сегодня 9 июля. Давайте мы с вами... Ну, сейчас я посмотрю на календарик, чтобы я точно могла сделать конкурс. Давайте условимся 14 числа, воскресенье, в Инстаграм моем, также ссылочка будет внизу, я выложу либо видео, либо пост
где я покажу, кто с помощью генератора случайных чисел выиграет. И если вдруг, я не прошу писать вас в комментариях свой ник в Инстаграм, но если я у человека, который выиграет, запрошу, чтобы, то есть, посмотреть по его нику, посмотреть, подписан ли он на сайт Эмви, вернее, на их Инстаграм, и не будет подписки, то мы снова с вами переиграем. Поэтому не обманывайте себя и других, и все будет у нас хорошо. Спасибо за просмотр, за то, что вы были со мной. Я жду ваши комментарии. До новых видео. Пока-пока!